начинают таковать, пока на земле еще лежит снег. Температура со временем растет, и, похоже, наступает хорошая погода. Но росомахи не знают отдыха в своем постоянном поиске еды днем и ночью. Спокойствие может быть обманчивым. Снег и лед со временем исчезают, и тайга становится местом неожиданного великолепия. У здешних обитателей всего 4 месяца на сезон размножения.